Так вот, ребята, перерыв, перерыв. Так вот, ребята, дирекция согласилась досрочно, ввиду военного времени, установить разряды вашим товарищам Заварину и Томокурову. От себя я могу добавить, что ребята работали отлично. Вот, например, Заварин вчерашний день на подрезке 6,5 норм дал. По-моему, это прилично. Вот, все. Ребята, чертежи вам понятны? Понятно, понятно. Ну, а станки налажены? Ничего, в порядке все. Ну, так подожди. Я... Засекаю время. Томокуров. Манькин отец? Дед. Томокуров. На. Сами пройдете, а вещи здесь оставите. А, слышь-ка, голова, ты меня с мешком пропусти. Я по своему делу. Ну, если бы сверток с харчем, ну, тогда другое дело, а то мешок. Так, сударь. Уйди! Куда место? Глумишься над рабочим человеком? Что? Что я тебе говорил? Что? Может, ты мне что, потайну пронести хочешь? Может, я умысел какой скажу, а я в ответ. Луна, стой! Ты ли думаешь, что на кривой аршин живу? На, стой! А, честная бомба! Эту бомбу лета 1760-го лил Игнат Томокуров. А! Мой, значит, прадед, он еще такие ядра лил. Ими, к слову сказать, в том самом годе русский генерал граф Захар Григорьевич Чернышов по городу Берлину 1200 выстрелов произвел. И отец мой покойный, и мне в ту германскую приходилось шрапнели снаряд бронебойный. Ну, дедушка, а от нас-то ты чего хочешь? Мы, томокуровцы, 200 лет всем родом на том деле стоим, вот и клеймо наш фамилия выбита, а потому и просьба. Какая же твоя просьба, дедушка? Видишь ли, молодой человек, внучишке моему Ваньке Томокурову конец ученья видать. Так дай ты ему направление по снарядной части. А-а-а. Ну там не танк уковать, не самолет ладить, а чтобы именно боеприпас. Ну, товарищи, я считаю, что просьба обоснована. Верно, Михаил Владимирович. Только, дедушка, ты нам дело перебил. У нас тут экзамены идут. О, экзамен-то это хорошо. Вот и внук твой тоже держит. Очень хорошо. А как выдержат эти орлы экзамен, диплом вручим, да на завод боеприпасов и отправим. Очень хорошо, хорошо. Очень хорошо. Аттестат. И вам такой же выдали? Такой же. Поздравляю. Спасибо. А ты маме написал? Написал. Написал.
Знаешь что, напиши лучше ты. Опять я. Опять ты. Ну хоть два слова. Да я не знаю, как тут писать. Ну что ты не знаешь? Напишу, что ты завтра уезжаешь. Да еще нет. Ты теперь уральский рабочий, это наш, да? Да. У нас завтра дорога и так далее. Кузьма, чего ты рассказываешь-то? А что это такое и так далее? У нас с ним. Послушай, знаешь, пойдем. Да, человеку сказать. Сегодня в училище по случаю нас вечер. А да, будет радиогадалка, да. Гадать будет. Цыганка радиогадалка, появись. Угадай, скажи, гадалка, это кто со мною рядом? Это Ваня там Акуров, что ребятого разряда. Чтоб ты Ване предвещаешь радость, горя или заботы. Он ждет его на почве сверхтахановской работы. Ну, а этого парнишку, что же ждет на белом свете? Светлой кожею агиты, он рабочий кабинет. На каком таком заводе, ты ответь, скажи ребятам. На заводе оборонном, номер мои, ну такие пышные успехи просто необходимо отпраздновать, товарищ директор. Поздравляю вас с орденом. Поздравляю. Гадали, значит, ну а теперь я вам погадаю. А, ничего нет? Сейчас будет, сейчас. Степановна, появись. Тетя Маша. Заварин и Томокуров. Фамилию кратили, Кузьма. Вот, братцы. Ну, кавалеры, вот вы теперь и рабочие. Да. Не курю, Андрей Степанович. Не куришь, ну давай. Я тоже не курю. Куришь. Что? Ох, ох. Были вы свистуны, голубятники, а стали рабочими. Вот, например, товарищ Сталин так о вас думал. Вот и еще двое у меня рабочих на ноги стали. Два станка загудят, два резца заработают. Хорошо. Подрастут эти двое, поумнеют, в партию примем. Совсем хорошо.
а Гитлер у себя в Берлине тоже про вас думает. Обязательно думает. Он зубами скрипит, а думает. Он думает, вот еще двое против меня вышли. Два станка загудят, два резца заработают. От той работы худо-бедно дважды два немца русской землей подавятся. Страшно. Вот. Вот что такое значит рабочий на сегодняшний день. Вот на какое высокое звание сегодня вам дипломы выданы. Русский рабочий. Это звучит гордо. Ну, шабаш. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Андрей Степанович, а спеть нужно? Ребята на фронт уезжают. Фронт? Какой фронт? А, верно. Правильно. Правильно. Теперь каждый завод фронт. Правильно, правильно. Ну. Меня тебя просто сделаешь? Сделаю. Дай честное слово. Честное комсомольское. Вот это письмо передай лично Ване. Томокорову. И скажешь от сестры, хорошо? Хорошо. Нет, только когда уже в поезд сядешь, ладно? Ладно. Когда уже далеко отъедешь, хорошо? Хорошо. Только когда уже... Ну когда все сделаю? Слушай, Кузька, ну вернись. Я ведь опаздываю. Еще передай лично Ване. Так что передать? Привет. А, ну да, передам. Прощай, Кузька! До свидания! Гражданин, докуда ты? Письмо Ивану Томокурову от... От кого? От... Портер. Тут того чего-то разыгрывал. Нет, подожди, ты мне сначала скажи. Ты ничего не заметил? Нет, ничего. Ничего-ничего? Ничего. Ага. Верка на тебя все время смотрела. Ну я тут при чем? Ты пускай смотри. Я вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Да более, вот тоже разыграл. Нет, Ванька, правда. Вчера, когда я заходил домой прощаться, она какая чудная была. И потом говорит, когда уж далеко отъедете, вот это передай Ване. Читай, тебе интересно, сынок. Читать? Читать. С удовольствием. Ванька, это я рву. А? Я разорвал. Удивительно.
я вас люблю, но я знаю, что это вам все равно. Я тогда малуля, лучше, кажется, была. Как в Онегине первая признается, вот дура. Сегодня по решению райком я уезжаю. Ну, а дальше чего? А? Верка, на фронт выезжай. На фронт. Брата обманула, а? Обманула брата. Ну все. Все, мне теперь дорога на завод отломана. Подожди. О, ты что делаешь? Девчонки идут, а мы в кусты. Конец и край. Ты куда? Выхожу и на встречном на фронт. Ты. Ты что сделал? А чего я сделал? Встать! Фамилия? Заварин. Поднимите. Дайте. Ну так вот, товарищ Заварин. Сейчас будет установка. Достану я вам клей. И чтобы диплом у меня был как новенький. Понятно? Понимаешь, вот понимаешь, приклеился. Ванька, давай другой вагон. Неудобно, майор все-таки. Да, чем другом? Пойдет. Товарищ майор, вопросик можно задать? Говори только потише. А где вы клей-то? Украли, а? Не украл, а на почте выпросил. Ребят, вы на какой завод направлены? На 75-й, ребят. 75-й? А что? Нет, ничего. Что, ребята, есть у меня на 75-м знакомый один, некто Игнатий, военпред. Вот передарите ему эту записку. Может, он для вас что сделает, если уж вам так на фронт приспичило. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания, товарищ. До свидания, товарищ Заварин. Спасибо. Товарищ майор. Да? А товарищ Игнатьев обязательно поможет? Игнатий? Да. Поможет.
Порядка! Порядок! Выгружается! Подожди, куча! Скорее! Воздух! Эй, ребята! Клей забыли! Каплеобразной формы, гроза фрицев. Конечно, сейчас данное изделие вида не имеет, потому что просто литье. Одним словом, дикая чушка. А отрезать этот вот припуск, и вещь начнет приобретать надлежащую ему прелесть. А делать так. Прямо скажу, операция немудреная. Не по вашему разряду выучки. Ну, не обижайтесь. Что надо, то надо. План спущен. Ну вот и вся операция. Только норма 100 штук. Что, много? А что-нибудь он 400 делает? Ну, будем знакомы. Я в общежитии женатиков. Комнат номер 5. Приступайте к работе.
Она на нашу Верку похожа. Ты скажешь тоже. И совсем Верка не такая. А ты погляди фотографию. Ну какую фотографию? А во. И нет у меня никакой фотографии. О-о. Товарищ майор! Товарищ майор! Товарищ майор! Товарищ майор! Слушай, кто это прошел, а? Кто это был? Майор! Ну, майор, а кто он на заводе? Вот так! Да нет, ворона на крыше, он. А ты молча, а то румянец портишь! Слушай, ты отвечай, когда тебя спрашивают. На войну с фашистской силой. Ты вышивай его, а все напротив тебя, мой милый, суду мне напротив тебя. Что ж такое? Слушай, тебя толком спрашивают. Кто это был? Ну, кто это прошел? Ну, что вы ко мне пристали? Это наш военпред, майор Игнатьев. А понадобится мне, но я сама потом подвижу, я знаю, что бы не смогла. Сам себе, значит, написал, а? Пошути. Перерыв. Не забудь выключить мотор и подачу масла. Перерыв. Не забудь выключить мотор и подачу масла. Перерыв. Не забудь выключить мотор и подачу масла. Почему у тебя не ладится? Не знаю, неловко мне здесь. Неловко? Ну ладно, давай полью тебя. Че? Кузька, ты как стоял в училище, а? Че? Ну вспомни, как ты стоял. Сложнее детали делали, и по 600 штук. Ох, мы по 600, да. Да нам только захотеть. Захоти. И захотим. Захоти. Так вас не видно будет с вашими четырьмя нормами-то. Да. Да. Вот. Ой, чего? Чего? Вот чего. Да что ты мне подсовываешь? Товарищ Марьяхин выполнил 9 тонн за смену, 902 детали! А его что, тоже видно не будет, да? И его видно не будет. Thank you.
Поздравляю! Спасибо! Перекрыл дьявол! Перекрыл, товарищ Марьянин? Перекрыл! Поздравляю! 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 Комсомолец Заварин, ты хорошо прожил День Отечественной войны! А я из-за вас кино поставлю. Эталоны какое кино? Какие такие? В кассу. Настя, распишитесь. Ну, вы же выработали 10 норм. А я вам выписала только за 9. Сейчас и получите получку, у нас такое правило, ну. Касса во втором этаже. Товарищ Харькова, а сколько получать? Много. Вот. До свидания. До свидания. Минный в трубу. Месячный план в трубу. Соревнования в трубу. Я в трубу. И он в трубу. А никто не виноват. Давайте к Юрию Павловичу. Марья Васильевна. Опять? Опять. Что у него? Военпред Игнатьев. Пропал. Куда? Куда? Давайте. Давайте, давайте. Пропал как небо. Давай. Молния, Юрий Павлович. Ужасная молния. Сгорел карболитовый поставщик. Завод не виноват, Юрий Павлович. Ни вы, ни мельный цех, ни отдел снабжения, то есть я. Объективные причины. Типичный форс-мажор. Это всем ясно, как капля воды. Пожар, стихийный бед. Довольно вопли, бабки. Не о том думаете. Снимут нас или не снимут, это не важно. Важно выполнить график производства мин. Мин – боевого оружия Красной Армии. Понятно, сердце? Примешь мин без пробки, Игнатьев? Не могу. Должен принять точно по инструкции. Из минного цеха всех ко мне. Секретаря комсомола разрешите. Вот, Иван Ильич, я таких 1000 штук сделал. И все это в склад. Склад, дорогой, склад. Но почему? Пробка кончилась. Да какая пробка? Пробка. Вот она. Последняя. Возьми на память. Вот, вот это? Да, вот. Сюда вот она полагает. Сюда взрыватель ввинчивает. Так это просто он ввинчивается на зарядном заводе. А до этого здесь пробка нужна. Она пушечным салом смазывается и предохраняет от воды, в общем, и прочего. Из-за такой ерунды мину в склад. Хорошенькая ерунда, когда военпред из-за нее оружие принять не имеет права. Весь ваш цех прорыв. Так почему же ее нет? Война. Вот именно как секретарь комсомольской организации я и говорю. На фронт вы не поедете. Сколько нет, вы мне не понятно, почему же вы не поедете? Нам не ясно, но объясните нам причины. Причины, да? Причин две. Первая, я бы сказала, бюрократическая. Вот, это все заявление по тому же вопросу. Ваши я кладу под самый низ. Это будет справедливо, правильно?
а вторая причина экономическая. У нашего завода есть план, и мы должны его выполнять. То есть делать оружие для Красной армии. Вот те, о которых ты речь говорил. Ты ведь им совсем другое да говорил. Да те, кому я говорила, имеют военную специальность. Военную специальность. Ты им... Да и то, мы их отпустили с завода только потому, что на завод пришли вы. Вот такие, как вы. Кто из вас? Заварин, а кто Томокуров? Томокуров. Давайте знакомиться. Товарищ Заварин. Товарищ Томокуров. Вы, наверное, о пробке слышали? Слыхали. А вы знаете, что дирекция и партийная организация поручили эту пробку вам? Нам? Как нам? Да, комсомольцам минного цеха. А? Вот вам и приказ, как на фронте. Давайте, действуйте. Прощайте. До свидания. Бюрократка. Окопались в глубоком тылу. Эх, Ванька, мы б с ребятами до самого места доехали. Все свои, заводские. Завтра утром уж едут. Ванька, а что если... А верно. Конец и край. Точка! Скажите, пожалуйста, когда идет ближайший поезд на запад? 20 копеек. Чего? Справка 20 копеек. Справка 20 копеек. Вот, пожалуйста. Нет сдачи. А на рубль 5 справок можно взять, да? Ну, можно. Вот, тогда вы мне, пожалуйста, эту справку повторите 5 раз, можно? Вторник 6:40, поезд 73. Хорошо. Гражданин, эта справка бесплатна. Ну, спасибо. Счастливого пути. До свидания. Это куда это так спешишь? Куда, куда? Ну, куда кину гору Лазуру бить тебя бить? Ха, да что же от меня бить? Покедова. Сергей Мартинсон и Лала. А, пойдем? Мне на этого Сергея Мартинсона смотреть не досуг. Это почему? У меня своя репетиция. Репетиция? Да, бригада у нас по госпиталю выступает. Ну и мне пою. Поешь? Да. А знаешь, что такое? А приходи ты к нам в клуб на репетицию. Я новый роман учу. Ой, как волнуюсь, не знаю, как получается. Ты скажешь. Мне к вам прийти? Да. Ладно. Только обязательно. Ну, так... Ой, ой, опоздала. Смотришь, мне в ванне, ждать буду. Сказал, дочка. Сергей Мартинсон и Лала Добржан. Кузьма. Я не пойду. Я лучше спать, а завтра вставать рано. Ну что, товарищ, опять бросаешь? Идем. Я пойду, ведь тебя Валя нашли. Да идем все равно, Ванечка. Сиди в угле! Обратите внимание, освоим бахстрак. Слышите, свободно. Ручку ниже. Пальчики дальше. Спинку держу вот так. Головку звоните к партнеру. Когда разменяется, ваш пар. И руки продолжают сами. Слышите, свободно. Ручки красиво. Пальчики дальше. Спинку с напружкой, головку в бок, а с вас, пардон, извиняюсь, мы перегрелись. А это две четверки. Дышите свободно, ручки красиво, пальцы дальше, спинку левее, головку отверни. Пардон, где же ваш партнер? Сколько раз вам надо говорить, чтоб не являлись в класс без партнера? Идите, ищите скорее, ищите. Шерше, а это четвертая скорость. Включайте свет! Непрерывный поток! Р.У. Романс.
На фуражке перекрещен молоток, молоток с ключом. Час свидания мне обещан. Бросим, бросим за ручьем наши нери твои пряжка, пряжка. Как у всех эров, эров, почему же я беднёшка? Чуть ли не реву. Почему хороший слесарь, как тюфяк, как тюфяк обмяк? Почему же он из леса не уйдет никак, никак? Потому что нет любимой, любимой. 60 минут, минут, там часы неумолимо, как всегда, как всегда ведут. Почему же снова весел, снова стал он здоров? Потому что твою песню... Давай, давай, я вас очень прошу, спасите меня, пожалуйста, пойдемте за вами немножечко потанцуем. Ну, я вас очень прошу, товарищ Завайн, ну, совсем одну маленькую... Товарищ Меркова, нет... дайте послушать. Ой, а чего она ко мне пристала? Партнера какого-то у нее нет. Ты не можешь ответить. Партнера. Затрещала ветка, ветка на пути. А правда на заводе говорят, что Томокуров у вас за старшего? Хотите, я его попрошу, чтобы он вас отпустил? Он что, у вас няня? При чем здесь няня? Я сам себе хозяин. Пойдем пересядем на другое место. Слушай, не вмешивайся в мою личную жизнь. И ты же сам говорил. Дай послушать человека. Слушай. Где танцы? Ты думаешь, она мне очень нужна, да? Тебе на первой пристала. А он сегодня, если хочешь знать, целый день все про тебя вспоминал. Чего же это он про меня вспоминал? Ну, он много там говорил, что ты хорошая девушка, и что у тебя глаза очень красивые. При чем тут глаза? А, это ваш партнер! Нашли, наконец. Прошу вас изобразить вальс. Раз, два, три. Раз, два, три. Очень хорошо. Вы танцуете, как насос на ходулях. А надо? Мальца, включите вальс. Идите сюда! Грабей! Корзиночки! Идите, товарищ! Пардон!
дурак. Дурак. Товарищ Заварин, вы не очень ушиблись. Товарищ Заварин, вам ведь все равно делать-то нечего, там Акуров вас бросит. Товарищ Харькова, не вмешивайтесь в мою личную жизнь. Хорошо, хорошо. Товарищ Заварин, моя подруга справляет день рождения, пойдемте туда, там будут танцы. Что? Нет, нет, танцевать вы не будете. Товарищ Заварин, пойдемте. Сначала же салют. Товарищ Харькова. Но. Меня зовут Капа. Как вас зовут? Капа. Завтра поедем, а теперь спать. Ой. Завтра выполним 10 норм, истратим талончик и поедем. И что, голову что ли потерял? В чем здесь голову потерял? В чем дело? Завод это тоже фронт. Что на фронте без нас 2 дня не обойдутся, да? Что ты говоришь? Ты что говоришь, я тебя спрашиваю? Соображаешь или нет? А кстати, что, фронт подождет, да? Ну, говорил, а сегодня другой говоришь? Вчера одно, а сегодня другое. Вот ты как. Бросаешь, товарищ. А вчера девушку обманул. Какую девушку? Соню какую. Она тебя вчера после репетиции ждала. Герой. Ладно, чего ты агитировал? Что ты ко мне пристал? Дайте поспать. Дай человеку поспать. И мне тоже до гудка. Да, не сам ответит. А вот таких слов не имеете права писать про рабочего человека. Позвольте! Не позволю. Безобразие! Какое вы имеете право? Вы еще ничего не знаете и не можете без дирекции комитета... Подожди!
Кто написал, что Кузька Заварин врагу помогает? Я! Да, я! Вань, не разговаривай с ним, идем в комитет! А ну, Ёлочку! Покажи. Работает на врага. Как же это? Почему? Я же ведь на 5 минут всего только. Ну, проспал. Подожди, я работаю на немца. На врага работаю. Одну минуточку. Подожди. Вот полюбуйтесь. За что опозорили парня? Это вы? Я прогульщик? Я работаю на врага. Я же вчера 10 норм дал. Кто составил такой текст? Я. Я художник завода. Он опоздал, я проявил инициативу. Инициативу надо проявлять с умом. А за опоздание он ответит. Завтра зайди ко мне, поговорим. Иди работай. Мое слово верное, товарищ Томокуров. Завтра утром на фронт. Прочтет, как к фронту подъезжать будем. Ну, сейчас пойду воды принесу. Кто мыло смылил? Кому нужно твое мыло? Да вот оно плавает, твое мыло. Ваше мыло очень мило. Воду, так? Так вот, надо дать ей точный размер, смазать хорошенько салом, а потом пристукнуть, чтобы заела в резьбе, так она ни почем сырости не пропустит, ничего не пропустит. Ой, чудак! Ой, чудак! Архимед! Тебя надо смазать путь, чтобы салом и пристукнуть замолчи, хорошенько. Слушай, замолчи, тебе говорят! Замолчал, я замолчал. Майка, дай, дай. Ладно, пойдем к директору. И скажем, товарищ директор, мы сделали сложную машину. Инженеры тебе не смогли, вот Иван Томохон смог. Он сделал для головного очка затычку. Пойду.
Валяй. Пойду. Ванька. Ванька. Ну, чего тебе надо? Ты что же? Не едь. Ну, пойми ты, Кузька, ведь это же для дела надо. Понимаешь? Надо выполнить комсомольское задание. Вань, это что ж делаешь-то? Бросаешь товарища, да? Один уеду. Вода-то газированная, что ли? А в чем дело? Мне надо к директору. Только к нему? Да, к нему. Зачем? Я имею предложение насчет пробки. Насчет пробки? Какое? Вот. Что вот? Что вот? Что вот? Это же деревяшка. Деревяшка? В ней же ведь смысл найден. Дайте же, товарищ, не морочьте голову в час ночи. Тоже мне Ломонос нашелся. Чего? Уйдите, товарищ. Ну так я сам пойду. Товарищ! Не мешайте работать. Один вчера приходил, перед профилем застрахованный, никого не пустил и вас не пустил. Давайте, этим занимаются специально выделенные товарищи. Прошу вас, прошу вас, прошу вас. В чем дело? А, приятель, здорово. Здравствуйте, товарищ Игнатьев. Что такое? Да вот. Ну, это деревянная пробка для головного очка. Вот же ведь на снаряд ведущий поясок на меди ставили, а теперь из пластмассы делают. Или тоже, я вот не помню, в какой-то газете прочел, что стальную пластинку опыляют медно-порошком, а работает как медная. А резьба? Да в том-то и дело, что резьба-то не нужна. Ее сначала надо хорошенько вытащить, потом смазать пушечным салом. А ну пойдем ко мне. Я ее вот как выдумал. Выбегай в умывалку, а там кран вышел. Народу, шум, крик. Осипов. Игнатьев говорит, здорово. Слушай, твои алхимики на месте, а? Порядок. Надо испытание провести. Вы что, испытывать хотите, да? Да. Да. Показатели по первому, второму и четвертому цехам умножены. Да. По минному цеху мелочь не позволяет сдать готовую продукцию. Ищем заменителя карболитовой пробки. Нет, я понимаю, конечно, что мелочь, которая лимитирует выпуск готовой продукции целого цеха, перестает быть мелочью. Да. Месячный план завода фактически. Да. 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 Так. Да. Очень прошу. Разрешите по этому вопросу позвонить вам через час. Спасибо. Спасибо. Ну, или я тебя не так понял? Ну? Если ты мне вот с этой пробкой мины не примешь, звонишь через час в Москву, ты будешь привет, сам. Привет, товарищ директор. Мы уже с ним испытания проводили. Мы ее сначала выстрогали, потом ее масло смазали, чтобы не суп дорог. Ну, ладно. Пока ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Из минного цеха всех комсомольцев ко мне. Ну и так, товарищ Вайнстрет, пробку принимаем. Точно. Заготовку поручаем модельному цеху. Первая партия пробки Томокурова поступает в АТК сегодня в 12 часов. Ничего, ничего. Дело срочное, а ведь не хитрое. Еще несколько слов, дорогие друзья. Что за чертовщина получилась у нас с этой пробкой? Почему такая простая?
пустяковая деталь затуманила нам мозги. На несколько дней стало проблемой и чуть-чуть не сорвало нам декадный план минного цеха. Ведь на волоске висел, на одной ниточке. В чем дело? Не о том думали, дорогие друзья. Будь ты понимаешь, какой-нибудь сложный механизм, за него взяли бы с душой. Ночи не спали бы, думали. А тут у наших рационализаторов было барское отношение к мелочи. Дескать, что я, понимаешь, буду забивать себе голову этой чепухой, когда я вам такую штуковину выдам. Понимаешь, новую мину заказал, новый тип. Такая мина, что от нее фрица. Он сказал, ну, в общем, всему коллективу привет и наилучшие пожелания. Всем наилучшие пожелания. А мне отдельно сказал спасибо, понимаешь, за то, что я пробку выдумал. Вот она. Ванька! Ходите, это дедушка! Вы же ничего не знаете, дедушка! Мне нарком спасибо сказал! Сейчас из Москвы звонили на завод, а вы ничего не знаете! Ребят, это мой дедушка! Дедушка! Здравствуйте! Ну раздевайтесь, за дедушка! Что, ты толком скажи! За что же это он тебе спасибо сказал? А не врешь? Да ну нет, дедушка, честное слово не вру! Комсомольцу Томокурову большое спасибо за простое, я бы сказал, народное решение вопроса! Вот как! Ну, хорошо! И фамилию, значит, украсил! Хорошо. А какой же такой вопрос с тобой решен, Надь? Да вот, я пробку выдумал. Хорошо. Ай, пробку пропустили! Армии! Говорит фронт! Тихо, товарищ командир, тихо. В жестоком бою за высоту Н сандружинница комсомолка Вера Заварина обнаружила, что расчет нашего тяжелого пулемета выведен из строя. Перевязав и вынеся раненых, Вера Заварина возвратилась к пулемету и точным огнем остановила контратаку, предпринятую противником. Будучи сама дважды ранена, она оставила пулемет только по приказу командира подоспевшей части. У микрофона Вера Заварина. Всем, кто слышит меня сейчас, я хочу передать горячий привет от бойцов нашей Красной Армии. Если среди вас слышит меня мой брат Кузя Заварин, к нему обращаюсь я. Я горда, что ты уральский рабочий. Каждый раз, когда среди врагов рвутся бомбы, гранаты, мины, мне хочется крикнуть всем бойцам, это сделал мой брат Кузька. Сейчас я говорю с освобожденной земли Украины, с берегов Днепра. Мне так много хочется сказать тебе, Кузька. Но время не ждет. Впереди затоптанная врагом земля. Там ждут нас. Там плачут дети. Я знаю, когда настанет радостный день нашей встречи, я верю, что нам не стыдно будет смотреть друг другу в глаза. Верно, Кузька? Потому что мы оба, каждый по-своему, боролись за счастье и любимую родину. Это же Верка наша! Вот она, смотри, моя! Дедушка, вот она! Ваша Верка! Сестра моя, Верка! Моя сестра! Сестра! Куда Верка? Поднимал, поднимал, поднимал.